До начала соревнований чуть меньше часа, а юные спортсмены уже вовсю разминаются в бассейне. Среди них и Виктор Герасимов. Он занимается плаванием уже больше года и признается, что очень любит этот вид спорта. Мне нравится потому, что в этом виде спорта ничего нельзя сломать. Когда спортсмены готовы, судья объявляет старт соревнований. Дистанция 50 метров кролем. С первых секунд становится понятно, что борьба будет ожесточенная. Виктор идет нос к носу со своим соперником. Тем временем трибуны разрываются от криков болельщиков. Но на развороте Виктор делает мощный рывок и умудряется вырваться в лидеры. Уже на суше юный спортсмен рассказывает, что победа досталась ему нелегко. У меня воздух задыхал, я уже задыхался, но все равно доплыл. Однако праздновать победу еще рано. На старт выходят другие спортсмены. Если они проплывут дистанцию быстрее, медаль достанется им. Подобные соревнования проходят в Фокн-Аватар впервые. В них участвуют дети разных возрастов. Соревнования хорошие, результаты тоже. Радует то, что есть такая возможность подрастающему поколению проявить себя в чем-то. Но у нас много тренировок, мы упорно стараемся, тренируемся каждый день. По несколько часов. После окончания соревнований все участники с нетерпением ждали оглашения результатов. Виктор, как и предполагалось, занял первое место и получил заслуженную медаль.